Так, привет, друзья. У меня завалялись тут два банана, и вот уже начинает чернеть. Я сейчас решила сделать банановые оладушки. Сейчас я покажу, как это делается. Вот, кстати, у меня и овсяные хлопья завалялись, тоже надо израсходовать. В общем, овсяные хлопья мне надо 100 грамм, 2 банана, 50 миллилитров молока и одно яйцо. Так, хлопья надо перемолоть в муку. Вроде бы нормально перемолола. А, какие переспелые бананы. Так, бананы надо размять вилкой хорошо. Я сейчас по-хитрому сделаю. Я их блендером спью. Так, разболтала яйцо. Вливаю в банановую смесь. Еще раз хорошо размешиваю. Потом выливаем молоко. Потихоньку нашу овсяную муку. Ну вот, тесто готово, теперь можно обжаривать. Так, жарить надо на непригарной сковороде без масла. Оладьи получились, главное, я израсходовала эту свои овсяные хлопья, мне надо их израсходовать было. И вот эти два банана, которые уже начали чернить, как вы видели. Я уже попробовала, вот они какие внутри получаются. Не сильно сладкие. Сладкие они только за счет банана, и все. Отлично, можно их готовить как на завтрак, так и на перекус.